Всем привет! С вами Вкусняшка-выпекашка, и сегодня мы приготовим самый популярный и изысканный итальянский десерт тирамису. Для этого нам понадобится маскарпоне, сливки, яйца, сахар, охлажденное кофе и печенье савоярди. Ну что, приступим к приготовлению. Держу миксера, мы выливаем яйца. Сюда же мы добавим сахар и будем все это вместе взбивать на высокой скорости до пышной массы. Если у вас нет планетарного миксера, вы можете использовать ручной, но при этом отдельно взбивать белки с сахаром и желтки с сахаром. Потом всю эту массу соединяете вместе. В отдельную чашу мы выливаем холодные сливки. Сюда же мы добавляем сыр маскарпоне, тоже холодный. И на маленькой скорости начинаем взбивать, так как сыр маскарпоне может расслоиться. Сыр со сливками мы взбили, и сюда теперь мы будем добавлять частями взбитые наши яйца. Посмотрите, какая пышная пена получилась. И частями добавляем и аккуратно все это перемешиваем в однородную массу. Перемешиваем обязательно вручную. Посмотрите, какая получилась текстура. Берем емкость. Можно собирать в стаканчики. На дно мы выкладываем крем. Берем печенье савоярди, быстро окунаем в охлажденное кофе и выкладываем на крем. В кофе можно по желанию добавить ликер либо коньяк, это уже по желанию. Выкладываем еще один слой крема. Рецепт приготовления тирамису будет под видео. По желанию можно посыпать либо какао, либо тертым шоколадом. Вот такая вкуснятина у меня получилась. Еще у нас чуть-чуть осталось, можно собрать в стаканчики. Очень удобный порционный десерт. Thank you.
Вот такой замечательный десерт у нас получился. Всем спасибо, приятного всем просмотра. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Похвально.